Итак, сегодня мы делаем тренировку с Эверт спины, и вот он такие новые игрушечки привез с собой, разные приспособления, разные грэпс. Жду с нетерпением, как моя спинка почувствуется. И мы в красивом спортзале Studio City Fitness Gym, так что если вы приезжаете в Лос-Анджелес, заходите. Итак, первое упражнение. Тяга груди, но с новым приспособлением. Меняли крепление, оно немножко уже, но ощущение обалденное. Мышцы работают очень хорошо. И вообще эти грэпс, эти были сделаны для MMA fighters, кто занимается борьбой, чтобы разрабатывался лучше охват. Но для работы с тренажерным это, в принципе, очень хорошо тоже. Мы опять поменяли крепление, и Эверт рекомендует делать тягу, не полностью расслабляя, не растягивая полностью до конца, до самого верху. Вы должны полностью чувствовать мышцы спины в постоянном напряжении. Не спешим, до конца сжимаем и медленно опускаем. Как бы представьте, что вы боретесь с весом. То есть тут не главное, какой вы вес ставите, а именно, чтобы чувствовалась мышца в каждом. С этим хватом мы идем очень низко, чтобы именно зацепить самый низ широчайший. То есть до самого низа, ниже груди опускаемся. И до самого верху растягиваем. Good. Stretch, hold. Итак, теперь тяга с гантелями, но опять же с техникой, какую он учит. Сначала мы сжимаем мышцы спины и потом только тянем гантелями. Вес будет намного легче, чем вы обычно делали бы. То есть стараемся сначала именно сжать мышцы спины, напрячь их. И потом дожимаем. Это упражнение я придумала сам, как он признался. Очень хорошо работает именно для тех, кто выступает в бодифитнесе. Потому что работает спина обалденно. Открывается широчайшие обалденно. Но надо просто словить это движение. Мне было даже самое трудно сначала понять, как это работает. Выглядит как дедлифт, но это не дедлифт. Сначала сжимаем широчайшие, и потом, поднимаясь, отводим назад, зажимая еще больше. Попробуйте.